Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как можно прокачивать пресс в домашних условиях. Все очень просто. Нужен просто обычный диван, либо что-нибудь другое, что можно подложить под ноги. Можно гирьки какие-нибудь тяжелые. Вот. И это самое стандартное упражнение. Руки за голову. И 20 повторений делайте. Я, конечно, 20 делать не буду. Вот так, хоп. То есть главное касайтесь грудью ваших колен, все будет во. То есть это обычный стандарт, прокачивается часть пресса и качаем боковые ребрышки, просто махаем, да? Влево, вправо. Сейчас продемонстрирую. Вот, раз, два. И есть еще нижняя часть, да? Нам нужно как-то нижнюю прокачивать. Все также очень просто. Ложитесь. Можно руки сюда, можно вот так вот. И вот так вот поднимаем, хоп. Тоже там 20 раз. Сейчас я вам расскажу все. Ребят, я вам продемонстрировал три упражнения. Самые простые, стандарты стандартов. Возьмите себе это на вооружение. Я этим пользуюсь уже на протяжении 7 лет. И не надо покупать никакие тренажеры и всякие там баттерфляй АБС, которые мы приклеиваем. И якобы они нам прокачивают пресс, пока мы пьем пиво и играем в PlayStation. Что по поводу тренировки? Берете эти три упражнения, каждое упражнение разбиваем на три подхода по 20 повторений. Перерыв между подходами 1 минута. По итогам у нас выходит 180 повторений, что и есть очень хорошо. Делаем эти упражнения через день и ждем результатов в зависимости от времени. Ну все. На этом я хочу с вами попрощаться. Желаю вам всем удачи.